Эй-эй-эй, йоу-йоу-йоу, экстра бау! Ёбаный в рот, блядь. Ох ты ж, блядь, сука. Короче. Значит, вначале, блядь, чел нахуй использует этот, блядь, момент, как вот тут... Как их этих, блядь, крочефикхов туда, блядь. Они там что-то хуярили, типа, обзор Mortal Kombat 4. Он что, вырезал, что ли, момент? Я что, не понять. Какие-то, блядь, непонятные фрагменты, ебать, для какие-то пидоры на фоне. Кстати, что очень, скажем так, многообещающе, да? Вот, как мы помним прекрасно, этот чел делал обзор, да, мне написал человек на этот, на... как его, сука? На грехи Mortal Kombat 9, как мы все прекрасно помним, он разбирается в этом так же, как и я. Не знаю, наверное, в балете или где-то еще там, в каких-то вещах, которые мне абсолютно чужды. Вот, блядь. И тем не менее, как мы видим, да, спустя определенное время решил выпустить видосы. Вот. Ну и давайте глянем. Топ 10 игр серии Mortal Kombat, блядь. Сука. Ну, знаешь, как говорится, за язык никто не тянул, поэтому давайте приступим. Педики, с вами Натурал. И сегодня... Кто? Блять, не, я понимаю, конечно, все берут псевдонимы, но зачем так палиться, блять? Под псевдонимом, брат, натурал, блять. Вы увидите мой топ-10 игр вселенной Mortal Kombat. А ты что, вообще знаешь вселенную Mortal Kombat, а что ли? По-моему, кроме Mortal Kombat 11 и Mortal Kombat Х, ну и девятки, может быть. Немножко, да? И то, как в качестве чисто интернет-обзора, блять. Ты нихера не знаешь. Я, кстати, немножко уже, ну, как подостыл к этому делу, да, все-таки прошло время немного, вот. А поэтому, как бы, не знаю, может, сейчас не получится такого обзора, которого все ждут, но тем не менее, будем говорить прямо, как есть. Я понимаю, что такое количество мест может показаться мало для того... Что-что? Топ-10 игр может показаться мало? Да их всего сколько-то вышло, блядь. А учитывая твои познания, так их 11 игр всего лишь. Ну ладно. То, чтобы осветить все лучшие игры серии. Ну это сугубо... Лучшие игры серии. Сугубо мой, народный. Сугубо мой, народный, блядь. Блядь, что за вставки какие-то пидорастические вот эти? Он что, сколько ему лет, серьезно, вот, блядь? Он что, показывает, слить ему на лицо, или что? Что это такое вообще? Мой народный топ, и места в нем ограничены. Увы. Поэтому не расстраивайтесь, если... Да заебал ты пиздеть, блядь, давай ближе к теме, блядь. Открывает Mortal Kombat Deadly Alliance. Открывает Deadly Alliance. Ну хуй знает, знаете, может дальше что-то получше будет. Хотя, я не знаю, я бы не ставил эту игру Deadly Alliance на последнее место, по той простой причине, что она такой... Ну опять же, я беру на момент выхода, да, глупо сравнивать игры сейчас, допустим, ну, того времени и сегодняшнего времени, да. Вот единственное, о чем их можно сравнить, это в разнице, там, допустим... В совершенном прогрессе, там, да, в отношении серии или вообще игровой индустрии и так далее. Ну, то есть, как бы Deadly Alliance, он после Mortal Kombat 4 Special Forces, он довольно-таки сильно скакнул в графике. Ну и как бы сделал такой, знаете, акцент вообще на графическую составляющую вплоть до Mortal Kombat 9 практически. Ну, там этот, как его, вышел еще, этот ёбнутый. DC Universe, блядь. Ну, можно сказать, до него, да, до этого движка. Но, тем не менее, вот, Deadly Alliance, Deception и Armageddon на одном движке сделаны. И они, в принципе, схожи даже. Их можно и не различить. О, бля, дурной знак. Дурной знак. Вот, значит, их можно и не различить, даже если вот так вот не знаешь. Там, персонажи и все такое. Они очень схожи. Вот, да и вообще, как бы, знаете, графически и по геймплею, по всему, Deadly Alliance нам очень сильно скакнул в этом, блядь, в... Как его, сука, назвать, блядь? Ну, в прогрессе, да, и во всей этой хуйне. Поэтому, блядь, короче, хары разжевывать, идем дальше. У меня бы, короче, он стоял бы выше, вот и все. Несмотря на неплохую завязку в начале и хороший на то время апгрейд графона, мне не особо нравится эта постклассическая стилистика боя, а... Какая? Это как? Блять, ну, постклассическая? Ну, если она тебе... Не, ну, в принципе, понятно, да, чисто твой, как бы, топ, но... Блять!
Ты оценивай это как-то, я не знаю, поадекватнее, а то, блядь, чисто мой топ, блядь, мне не нравится, например, наличие такого-то персонажа, игра говно, ну это тоже тупо, блядь. Алейкат, блядь, что за хуйня? Кошачья аллея, что ли, что за бред? Да для Лэнс был в этом. Кстати, смотрите, видите, как бы, тут статистика такая персонажа, блядь, это интересно на самом деле. Ну, гандон, что еще сказать-то? Клер профиль L. В плане первым. И все иллюстрации он возьмет на себя. Унылый босс также не помогает. Унылый сабосс, блядь. Унылый сабосс также не помогает. Не, мог бы сказать там, охуенный сабосс также не помогает. А то унылый сабосс также не помогает. Формулировка какая-то реально дебильная, блядь. То есть, получается, унылый сабосс, по идее, всегда тащит, да? А тут даже он не вытягивает. Или как? Вот что он имел в виду этим сёром, блядь? Не могу ничего понять. Делу, но... А вообще этот сабосс на самом деле охуенный, блядь. Это ты говно. Платится хоть сколько-то оригинальными боссами. По крайней мере, оригинальнее, чем в номере 9 нашего топа. А именно Mortal Kombat 4. Многие возразят, мол, МК4 дресня и даже хуже Deadly Alliance. Чего, блядь? Я могу возразить то, что ты вначале сказал, говнюк, блядь. Это то, что здесь босс унылый. Я посмотрю, на каком месте у тебя будет стоять Mortal Kombat X. А он будет явно на верхушке, учитывая его, так сказать, развитие. А там хреново, может, глядишь, блядь, что-то где-то перепутает. Как его, блядь, назвать? Смонтирует видео немного не так. X, оказывается, чуть ниже, блядь. Mortal Kombat 4 тоже, кстати, стал революцией в свое время, блядь. Не надо на нее пиздеть. Если все были лохами, блядь, унтерменшами, блядь, которые не в состоянии играть, то, ребят, ну это ваши были проблемы. Если ваше мышление мыслит только в двух пикселях, блядь, влево-вправо и все. Ну тут немножко сложнее игра, и это было вообще как бы для 18 лет людей. Особенно для тех, кто прошли уже школу МК1, 2, 3, 4. Вернее, ну, 1, 2, 3, там, Ultimate, тут это все, да, блядь. Вот, мифология Sub-Zero тоже, блядь. Кстати, посмотрим насчет мифологии, будет ли она здесь вообще. Или может она настолько крута, что даже не ну как не вместится в его топ. Хуй его знает, блядь. Но ставить Mortal Kombat 4 на 9 место, блядь, ну я не знаю. Глянем, что будет дальше. Но за это можно и пизды получить. Я же скажу, что очень даже может быть, однако Mortal Kombat 4 самая рисковая и экспериментальная часть серии. Очень странные нововведения, криповая графика, шедевральные по своей трешовости концовки. Вот это, блядь, тоже, сука, гандон, блядь, да, концовки, блядь. Ну ты ж, сука, уточнишь, ты это только на одной приставке, блядь, было. Вот, сука, долбоёбы, блядь, делают топы, блядь, да, какую-то, делают еще что-то, блядь. А, хуйня то, блядь. А ничего вообще-то, что большинство людей вообще-то знают эту игру по охуенным заставкам, так как все играли на версии от ПК и от PlayStation. Вот эта версия, это версия приставки, о которой даже, блядь, мало кто слышал в то время, блядь. Но зато именно она, блядь, у них, видите ли, фигурирует всегда. Это как мне, блядь, напоминает, это, блядь, обзоры, сука, Геникуса, блядь. Тоже, блядь, с говорящей кличкой, блядь. Чел делал, блядь, тирлист персонажей, блядь, по Ultimate Mortal Kombat 3. Но версии, в которой нет многих персонажей, блядь. То есть аркадной версии тоже, блядь. Такое, сука, гениальное, блядь, хуйло. Сука, вот чтобы восхвалить Кабала своего ёбаного, блядь, понимаете? Он взял версию, в которой нет ни Нупсайбата, блядь, ни Рейна нету, блядь. Нихуя нету, блядь. Вот абсолютно, блядь. Из того, что все мы прекрасно знаем. Ну, те, кто играли на Сеге, да, в эту игру. Нихера нету, блядь. Все смотрели, ему задавали вопрос, а где Нупсайбат, где Рейн? Да я взял вот эту версию, блядь, где их нету, блядь. Ебать, ты как-то знаешь, блядь, мне вообще похуй на эту версию, блядь. Я ожидаю увидеть то, что я знаю, блядь. Там поностальгировать или еще что в этом духе, блядь. Не, блядь, сука, используют версию для того, чтобы просто опустить игру. Опустить какую-то отдельную там часть этой игры, да. Там, допустим, как здесь, заставки там или... Это, блядь, или там персонажей, блядь, каких-то возвысить, на которых ты дрочишь, блядь, по ночам. Блять, и тупо дезинформируют своих зрителей. Вот это меня вообще, блядь, поражает, сука, гандоны, блядь, полные, сука, хуесосы, блядь. Анонисты, пидорасы, блядь. И тем не менее, боевка все еще лучше, чем в Deadly Alliance. Привет! То есть, блядь, боевка лучше, чем в Deadly Alliance? Интересно, будет ли здесь Deception Armageddon? Ведь там то же самое абсолютно. Там игра дала серии довольно-таки много нового. Что-то нашло свое место в серии, что-то нет, но за смелость и оригинальность почетное 9-е место.
В смысле, почьют? Слышь, блядь, ты что, мое видео смотрел? Почьют, блядь. Блядь, слабо. Ну, слабый почьют, блядь. Ну, как бы... Ладно, похуй. В смысле, блядь, оригинальность? Просто здесь самые лучшие заставки, которые вообще были в игре, блядь. Здесь, блядь, сука, самый сильный Гора, блядь, который был. С нормальными комбами, спецприемами, блядь, и реально с носящим уроном. Вот сука, блядь. Это нашего народного топа. Восьмое место за... Восьмое Ultimate Mortal Kombat 3? Ебать! Блядь, я представляю, что там, блядь, в комментариях, блядь, могло бы быть. Если бы это видели люди, которые реально фанаты МК. А опять же, скажу от себя чисто, я не фанат Ultimate Mortal Kombat 3 по той простой причине, что, ну, как бы, я играл в МК4. Да, по ней много всяких теплых воспоминаний и все такое, но она у меня не была ключевой. Она была на Sega, я был лохом, играл на PlayStation, вот. Тогда, когда все охуенные игроки играли на Sega, вот. Во все эту, весь этот шлак, блядь. Вот. Но тем не менее, блядь, я у одноклассника проводил очень много времени, нас там пацанов сидело, блядь, хуева гора немножко свыше, блядь. Вот с вишенкой на торте, блядь, в виде меня, естественно, да? Ну вот, как человека, который играл на PlayStation, и тут снизошел, блядь, так сказать. Да. С небес, так сказать, на землю спустился, да, в этот бренный мир сеговских игроков. Вот. Затем, конечно, этому однокласснику купили комп, и я стал лошарой. Но, тем не менее, я там комп еще не особо-то опережал свое время, поэтому многие игры на PlayStation 1 выглядели ничуть не хуже, чем на комп. Вот, а по интересности даже были превыше этого. Вот. Потом, конечно, мне комп взяли, но он все-таки немножко опередил меня. Вот в этом плане. Поэтому. Но тем не менее, да, мы сидели, значит, в Sega, много играли в Mortal Kombat. У них, кстати, был третий Ultimate, третий мы вообще не играли. Думали, нахуй в него играть, когда есть Ultimate, да, с многими персонажами, как бы. Шивы не было, ну как-то особо она популярности не сыскала тогда у нас. Особенно на фоне Нубсайба, Тарейна, например, Сектора с его бесконечными самонаводящимися, блядь, этими, нахуй, как его, ракетками, блядь. Плюс пароль вел, блядь, взял Шаокана или Матара и давай, блядь. Вот, ну такая, короче, хуйня, ребят. Играли, вот, да, много времени прошло, но, опять же, у меня с ней нет такого какого-то теплого воспоминания. Есть определенные моменты, конечно, прикольные, да. Во-первых, вот эта штука, вот эта картинка смотрится красиво и пугающе, на самом деле, особенно на тот момент. Вот, плюс ко всему, я прекрасно помню, блядь, как, вот, знаете, ну, школьное время, да, школьное занятие начинается в 8 часов. Ну и мы, короче, с одноклассником сидели, играли у него перед школой и вышли в 8:05. Бля, в школу пришли и, знаете, что самое парадоксальное, мы успели на уроки, блядь. Блять, это реально было ораловски. Блять, вышли 8:05, школа с 8, блять, мы успели. Еще раньше учителя даже пришли, блять. Раньше звонка, вот. Или то звонок уже с урока был. Я не помню, короче, в общем, такое воспоминание интересное осталось. Помню, блять, после уроков приходили к нему, блять. До темноты, блять, сидели, играли, блять. У меня дома, ебать, PlayStation стоит, блять, никому не нужное, блять. Мы к нему за Сегой, блять, приходили, пиздили. Ну, понятно. Ко мне, короче, блядь, на Соньку мало кто бегал, блядь. Ну, видимо, завидовали. Вот, а к нему на Сегу тогда много пацанов прибежит, блядь. Нахуй, блядь. Сидели, играли, пизды друг другу давали, блядь. Клёво, блядь. Клёво было. Ладно, в общем, погнали смотреть, что там, блядь. Чё за объяснение, нахуй. Занимает Mortal Kombat 3. Подведение итогов двухмерной эпохи. Ты чё, долбоёб, блядь? Подведение итогов двухмерной эпохи была мифология Саб-Зира. Даже, смотрите, видите, вот эти два Бэтмена, они даже высирают. Это говно такие. Ты чё, сука, охуел? И срут ему в подсчёт, блядь. Реально, мифология Саб-Зира была подведением итогов. Это символизирует, как бы, такой, знаете, переход в 3D тем, что там были 3D-нововведения. И это реально, ну, блядь, даже по году выхода игры можно понять. Даже не надо быть каким-то гением, да? Вот, просто глянуть, 97-й год, по-моему, вот, и мифология Саб-Зира вышла, это последняя 2D игра. Самая охуенная графика, кстати. Два апдейта, все любимые герои в сборе. Аккуратное завершение А трилогию не хотел еще вспомнить, ты говно?
трилогии, которая не привносит чего-то кардинально нового и лишь дает еще раз насладиться классическим геймплеем. А серьезно, что он за говно несет-то, блядь? Там ошибка, там хуйло, там подсоснул, блядь. Плеем. Классика. На седьмом месте... Классика, блядь? Ты охуел, блядь, какая классика? Это классика твоих прадедушек еще, блядь. Учитывая твой возраст. Это что следующее? Вместе топа расположилась седьмая часть серии Mortal Kombat Armageddon. Армагеддон, так у меня ж боевка хуевая, блядь. Как в Dead Alliance, блядь. Конец постклассического периода в жизни серии. Все снова в сборе, и даже скучная боевка и фаталити меркнут на фоне самого эпичного опенинга в истории серии. Блядь, что он вообще сравнивает? Мне нравится игра, почему? О, опенинг в ней классный, блядь. Ебануться! Да посмотрите сами! Ладно, хоры это слушать, музыка какая-то ёбнутая, блядь. Да, все мы видели этот опенинг, бла-бла-бла, хуйня залупа. Это еще что такое, блядь? Гоночки были прикольные. Шестое место и снова подведение итогов. На сей раз крайней декады. Пускай игра и вышла... Ты чё, дебил? А ну? Вышла крайне противоречивая, все же... Вышла игра крайне противоречивая, блядь? Сука, язык запутался, блядь. Игра вышла крайне противоречивая, блядь. Сижу, думая за одно, блядь, говорю другое. Я просто думаю, блядь, противоречивая вышла игра? Как можно кусок говна выйти противоречивым? С одной стороны, вроде как из жопы вышло, да? А если смотреть на женскую жопу, то это красиво, да? Но в то же время это говно, поэтому как бы это продукт такой, знаете, не особо впечатляющий, да? Или в чем, блядь, идет противоречие, не могу понять. Блять, какой же я бред сейчас несу, это пиздец. Ну знаете, когда делаешь обзор на говно, только о говне мысли идут. Немножко пытаюсь отвлечься, но тогда язык заплетается. Противоречивое, блять, вот это. Как он вообще выговорил это слово, блять? Он же картавый, нахуй. Противоречивое или как он? Итогов на сей раз крайне декады. Пускай игра и вышла крайне противоречивой, все же... Не, смотри, учится, блять, что-то, блять... Немножко Эрт стал выговаривать, блядь. Мы получили зрелищное кинцо, передовую графику и новый виток в истории серии, который... Ну, не знаю, может он ходит к логопеду, хер его знает, блядь. Немножко есть изменения. Это что за говно, блядь? Что за пидораска, блядь, вот это? Готовит нас к чему-то большему. Пятое место. Mortal Kombat 2. Ебать, нихуя скакнул, блядь. Пятое место. Mortal Kombat 2. Блять, ну объясняй. Ну, это самая настоящая классика. То, во что все мы рубились на игровых автоматах. Все мы рубились, блять. Блять. Не, ну честно, знаете, вот даже хуесосить не хочется, блять. Просто сидишь и умиляешься, блять. Как чел себе что-то там, блять, вычитал какие-то, блять, Википедии, посмотрел какие-то другие видео, блять. Все мы рубились, блять. Вот это ебать так. Так, блядь, об этом на игровых автоматах, блядь, пиздец, сука, да игровые автоматы, блядь, во время выхода МК-2, блядь, были, сука, в Чикаго только, блядь, стояли. Может, в некоторые штаты еще завозили и все, блядь, какая нахуй русскоговорящий чел, блядь, говорит об игровых автоматах в то время, блядь. Пиздец, блядь. Ну сколько раз тебе надо дать пизды, чтобы ты понял, блядь, что это не канает, блядь, понимаешь? Ебать нахуй. Особенно наше поколение зумеров из постсовка. Твое поколение кого? Из постсовка. Ой, блядь. Представляете, ну постсовок, да? 90-е годы, блядь. Недостаток, блядь, всего. В основном денег, да, как бы. И мы рубились, блять, в игровые автоматы в Mortal Kombat 2. Пиздец, блять, ой, пиздец. Я помню, 96-й год был, по-моему, если не ошибаюсь. Я играл на игровых компах в Mortal Kombat трилогию, блять. 96-й год, трилогия на компе. Это уже закат 90-х, уже вторая, так сказать, половина, 96-й год. Более-менее стало все, ну как, восстанавливаться, блядь. О, почет больше выходит. Ну правильно, чем больше он срет, тем больше почет.
Вот, а он рассказывает за, блядь, 95-й год. Или какой там был, подожди, 93-й. Это 93-й год, блядь, сука. Mortal Kombat 2, игровые автоматы, постсовок. Ебать, вот когда, знаете, чел, блядь, не знает вообще, о чем он говорит. А бы, блядь, вякнуть что-то. Уважаемой игре, уважаемое царское место посередине нашего... Царское место, блядь. Царское, блядь! Ты в курсе вообще, что царь это как бы, ну, блядь, неприступная фигура? Топа. Четвертое место занимает, пожалуй, самая спорная игра серии. Самая спорная? Да, блядь. Она самая ебанутая, блядь. Но! Царское место занимает Mortal Kombat 11, блядь, по ебанутости. Mortal Kombat X. Одни ее обожают и боготворят, другие ненавидят и считают неверным вектором развития серии. Конечно, блядь. Но будьте уверены. Но ты тот долбоеб, который ее боготворит. Уверены, эта игра никого не оставила равнодушным. В смысле, блядь, мне вообще насрать на нее. Я даже этот, сюжетную линию толком не помню, хотя пересматривал. По-настоящему садистский фаталити, выкрученная суровость, шикарный дизайн персонажей и мисс... Что, блядь? Шикарный дизайн персонажей? Ты шо, любишь бородатые мошонки, что ли, блядь, или чё, блядь? Местами претенциозный сюжет. Все это привело к очень бурной реакции, которая, однако, далеко не всегда положительная. Именно это и не позволяет игре попасть в призовую тройку нашего справедливого. Подожди, так это ж твой топ, блядь. Какая тебе нахуй разница, блядь, позволяет ли там, блядь, что-то, чьё-то другое мнение? Это ж твой, сука, топ. Ты ж сказал в начале, блядь, это сугубо, блядь, твое нахуй личное мнение, блядь. Теперь... Ну то, что, блядь, оценки нахуй противоречивые, блядь, и они не всегда хорошие, блядь, не позволяют ей стать выше, блядь. Ну ебать, ну, блядь, ребят, те, которые просили сделать мне обзор на это видео, блядь. Ну пиздец, ну чё, мне его опять хуями крыть или что? Так и для него это наслаждение, блядь. Он же пидор, это, ну, это понятное дело, блядь, это без всякого там. Тут многие факторы на это указывают. Опять же, как бы, я не в оскорбление говорю, я факт констатирую, блядь. Ебать, ну... Ну, я не знаю, ну реально, ну скучно, блядь, даже смотреть вот это. Вот опа. Бронза достается Mortal Kombat Deception. Бронза на Deception? Блядь, да у него же боевка как в Deadly Alliance, блядь. Ну как можно ставить его, блядь, выше? Мрачная интро и атмосфера игры. Отменный. Мрачная интро, атмосфера игры. Я помню пляж, блядь, этот, где пидорачу, блядь, часто выступал, блядь. Я не сказал бы, что там очень мрачно. И фаталити, и стейдж фаталити. Проработанный дизайн арен, вполне добротный конквест и няшный нуб смоук. Все. Няшный нуб смоук. Блядь, за что ты любишь игру? Начальная заставка классная. Ну и подрочит нуб смоука. Пиздец. Это делает Deception лучшей постклассической частью серии и заслуженным призером данного топа. Серебро совершенно справедливо забирает прародитель серии Mortal Kombat 1. Можно... Нет, ну чисто теоретически, как бы я тут не могу его осуждать за серебро, блядь. Но опять, но мне непонятно его, скажем так, вообще позицию вот эту ебанутую, да? То есть, блядь, он изначально ставит какие-то игры непонятные, блядь, выше тех, которые, по сути, являются своего рода тем же прародителем. Ну, как я вначале говорил, да? Вот Mortal Kombat 1, как бы, прародитель жанра в целом. Затем Mortal Kombat 4, например, это первая 3D-игра. Mortal Kombat, например, Deadly Alliance, это, ну, как, там, какой-то новый движок. Это, ну, своего рода тоже как вот прародители, почему их нельзя поставить выше. Там то говно, там то говно. Так будь добр, тогда и здесь оценивай полное говно тогда, блядь. А то как-то получается, блядь, один подсчет, другим помет. Можно ли еще что-то сказать, помимо того, что это классика с большой буквы? Я думаю, излишнее рассыпание в комплиментах этой игре будет ни к чему. Ну а перед тем, как огласить победителя, я бы хотел пройтись по достойным упоминаниям тем играм, которым не нашлось места в нашем списке. Ну как всегда, блядь. Да, сейчас это назову достойные, это будет Shaolin Monks. По-любому, чтоб, ну, в надежде на то, что поставят ему больше оценок,
Но засрать Ultimate Mortal Kombat 3 и засрать Mortal Kombat 4. У-у-у, я еще не знаю, что на первом месте, блядь. Но они вполне заслуживают этого. А именно, Mortal Kombat Mythology Sub-Zero, Ах ты сука, блядь. Mortal Kombat Special Ах ты Force сука, блядь. и, конечно же, Mortal Kombat Shaolin Monks. Блять, ну пиздец, ну тем, которым не нашлось места, блять. Все спин-оффы, блять. Ну пиздец, ну ты чё, гонишь? Блять, ну которым не нашлось места. Не, ну первые две еще ладно. Как бы. Хорошие игры. Но третье говно. Ладно, продолжаю. Да шучу, конечно. Не, Shaolin Monks, она тоже неплохая игруха. Просто, блядь, ее многие слишком, знаете, слишком в жопу целуют, блядь. У нее на самом деле не столько много достоинств, как они говорят. Единственное, в чем ее преимущество вот было на то время, вот действительно вот скажу, скажу как есть. Плюс Shaolin Monks это то, что ты мог поиграть вдвоем с другом на прохождение. Вот и все. Это единственный плюс. Все остальное там полный шлак. Да, вот это его развитие там сюжетное, как бы, по первым трем частям, да. После. Но опять же, смотрите, это могло подкупить только тех вот сюжет, кто пересел с Ultimate Mortal Kombat 3 сразу на Shaolin Monks. Те могли увидеть, да, Shao Kahn, там все это. Хотя они там не видели Матара, поэтому херово даже могло ли оно их подкупить сильно. Но мне кажется, да, вот именно вот этих людей, которые тогда на Сеге много играли друг против друга, и тут друг сели, блядь, вместе поиграть, да, оно подкупало. Но я, честно говоря, не знаю ни одного человека, кто, у кого была Сега, а потом резко пересел на PlayStation 2. Ну, хотя, конечно, такие по-любому были, вот, но я думаю, их было не большинство. Вот, но тем не менее, опять же, да, вот если даже убрать этот факт, это единственная игра. Вот в чем ее, скажем так, уникальность, да, Shaolin Monks. Это единственная игра, где ты можешь играть друг с другом вместе, а не друг против друга. И это реально прикольно. Это прикольно, когда можно побегать там вдвоем. Тебя игра не торопит по таймингу, там, да, по времени и прочее. Конечно, игра тоже без открытого мира, но, по крайней мере, можно как-то, знаете, вместо лева вправо там, да, и некоторых небольших шажков там вверх-вниз можно как-то было побегать реально по миру, поизучать немного. То есть она, понятное дело, где-то подкупает эта игруха. Но опять же, говорю, у нее нет столько прям плюсов, как вот они говорят. Мне кажется, людей больше давит именно ностальгия по этой игре. Вот. Ну, так же, по сути, наверное, как и меня Special Forces. Хотя я бы не сказал, что у Special Forces у меня большая ностальгия, потому что кто играл в игру, тот меня сейчас поймет. Я дальше парковки не прошел. Причем парковку я даже не завершил. Я там где-то пароль, там надо было дверь открыть, а дверь так и не открыл, и в итоге, блядь, забросил эту игру. Вот, но она мне нравится, на самом деле. Special Forces неплохая игра. Это правда. Единственное, в ней есть минус в том, что вот там персонаж, вот когда он бьет, у него нет вот этой плавности. То есть он побил, да, и потом ему надо как немного откатить время. После комбинации он там пару секунд постоит, потом может бежать. Бег деревянный, все такое, это понятное дело. Но, тем не менее, эта игруха реально прикольная. Вот. Мифология Саб-Зира, блядь, ну здесь вообще, вот это как раз та самая игра, которая завершила 2D вселенную. Мифология, блядь. И вот посмотрите даже на саму картинку мифологии. Вот если бы вы могли сейчас ее поближе глянуть. Она даже веет холодом, блядь. Вот настолько вот она синяя, вот это все. И те, кто, ну, скажем так, видел оригинальный диск, переворачивал его. Там одна из картинок была второго уровня, где вот этот ветреный пик. Где тоже, естественно, прохлада, вот это все. Плюс Саб-Зира, вот это холод, ветер, блядь, мороз. Отлично вообще сделано, отличный вот этот значок. И на тот момент, знаете, это было даже необычно видеть синий значок вот этого дракона, потому что всегда был вот,
ну, как мы видим, да, черный знак, вот этот Mortal Kombat, а тут синий такой, вау, что-то необычное, тоже подкупало, как ребенка. Вот. Да и вообще, и графика там охуенная. Сейчас, конечно, если взять и на современных мониторах играть, там, понятное дело, в силу ограниченности самой игры, там всех таких пикселей не хватит. Но тогда, когда мы играли на старых телеках, по сути, под что оно и делалось-то, то, блядь, там графон, ого-го. Я говорю, сейчас с современными играми она не то что конкурировать может, она намного выше стоит, чем те игры. Опять же, если взять старую игру на старом телеке и новую игру на новом телеке, вот посмотрите, если, конечно, будет такая возможность, там, во-первых, как бы там оцифрованные, естественно, да, от живых людей персонажи, плюс ко всему там локации сделаны тоже как будто бы по фотографиям, блядь. То есть VR отдыхает, реально. Ладно, давайте глянем, то что тут на первом месте. Monks. Также на экстра место нашего топа я бы хотел поставить Mortal Kombat vs DC. Ну да, ебать, он взял тупо все, блядь, вот эти спин-оффы. Но экстра место, блядь, честно, за это можно и пизды получить. Это говно игра. Universe. Ну, конечно, она удерживала лидерское место говна до выхода Mortal Kombat 11. Она, конечно, Mortal Kombat X не переплюнул это дерьмо, но был близко, вот. А Mortal Kombat 11, конечно, переплюнул даже вот этот шлак. Ну, а теперь приступаем к коронации победителя. Это понятно, блядь. Mortal Kombat 9, блядь. Того, кого вы выбрали лучшей игрой. Я выбрал, блядь. Ты что-то попутал, пацан. Игрой в серии Mortal Kombat. Та часть, которая больше всего любима народом. Которая пережила напряженнейшую конкуренцию внутри собственной серии. Какую конкуренцию внутри собственной серии? Единственная конкуренция там была, это твои ебаные грехи, блядь. Конечно же, я говорю о Mortal Kombat Mobile. Forces, и конечно... Не, ну под конец это чисто, конечно, подъеб был, это понятное дело. Mortal Kombat Mobile. Или неужели не подъеб, блядь? Да не, ну по-любому подъеб. Было ж видно, что он ставил вот эти ролики, блядь, с Mortal Kombat 9. Но тогда непонятно, какие конкуренции, блядь, он пережил. Вот этого я не знаю. Кстати, прикольно, да, смотри, мифология Саб-Зира этот, блядь, а Special Forces посреди такая Джейд. А чё не Джонни Кейдж, блядь? Ну, в общем, не знаю, что тут еще говорить, блядь. Не, я не думаю, что он серьез Мобайл, как бы, ставил на первое место. Если да, то он, конечно, тут еще долбоёб, блядь, но... Опять же, мне кажется, он просто подъебал. Вот, и на первое место он ставит Mortal Kombat 9, блядь, но... Так уж, блядь, получается, что он, видите, он везде пытается вот это вот, какие-то приколы, блядь, повставлять, где-то пошутить, где-то, блядь, повыебываться, блядь, тупо выглядит, вот, но тем не менее. Он, ну, как видите, да, в начале вот этот куанчи, блядь, это всякие, блядь, ставки тупые, ну, вот это, пидорасы, блядь, вот, видите. Особенно пидор в очках, это самое такое. Не вот тот негр, тот отдельный пидор, а вот этот, который впереди пидор. Вот. Вообще, конечно, топ у него тот еще такой ебанутенький, да? Но, тем не менее, блядь. Опять же, да, у него противоречия вот эти, блядь. Mortal Kombat Dead для Альянс, хуевая боевка, блядь. Но, сука, ставит Deception и Armageddon, блядь, выше других игр. Вот, как бы... Если вот не брать эти спин-оффы, вот, могу чисто как бы за свой топ сказать, да? Вот, блядь, на последнее место, вот, например, я бы поставил лично, да? Это, конечно, Mortal Kombat 11. Потому что тут еще шлак, это... Я же говорю, от Mortal Kombat осталось только, блядь, только название и все. Это последнее место, да? Давайте сейчас, типа, вот, мнимые 10 штук. Или нет, давайте я, наверное, потом свой топ составлю отдельно. Да? И... О! И тогда этот, блядь,
Я помню, уже когда-то составлял свой топ игр, по-моему. Ну, тогда еще сравним. Вот, блядь. В общем, давайте, да, сейчас это начну выкладывать, блядь, там глянем потом. Кстати, сейчас выкладывать, сейчас, подождите. Выкладывать, выкладывать, где тут был? Вот, тоже. Бэтмены выкладывают. Вот, в общем, ладно, ребятки, давайте до скорых встреч, всем, всем пока. Хуёвый такой получился обзорчик, да? Не знаю, как по мне, нормальный, блядь, без излишнего какого-то, блядь. Как бы, опять же, если многие ожидали то, что я там буду его хуесосить без причины, блядь, ну, я если хуесосю, то на это есть причина. То есть здесь, как бы, понятное дело, это лично его топ, это, может, где-то ебанутый топ, ну, я об этом говорил. Вот, но, опять же, он не делал прям каких-то уж зашкварных вещей, да, какие были в грехах, когда он реально обозревал, блядь, грехи. И там, ну, реально полный бред был. Полный дебилизм. Здесь, конечно, тоже есть место дебилизму, вот, но, тем не менее, как бы я за это все высказал. Но, опять же, прям уж бесконечно крыть хуями его за это, ну, не знаю, я не вижу смысла. Или просто, не знаю, может, не выспался, хуй его знает. В общем, ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, всем до скорых встреч. Всем пока. Апдейта.